всего. Алина и Ира выступать будут, ну, хотя бы вне конкурса. А что касается календаря соревнований на 2002 год, то ближайший старт российский — это финал чемпионата с 27 по 2 июня. Об остальных стартах я расскажу после выступления Анны Бессоновой. Анна Бессонова справилась отлично со своей композицией. И это, безусловно, сейчас самое яркое ее упражнение. И в продолжении темы о датах соревнований, следующий старт будет 27 мая. Это финал чемпионата России. Затем с 20 по 23 июня международные спортивные юношеские игры стран СНГ, Балтии, регионов России. С 25 по 29 сентября Кубок России пройдет в Санкт-Петербурге. С 23 по 27 октября первенство Надежды России в Пензе. Это соревнование для молодых гимнасток. С 4 по 6 ноября Кубок Москвы. С 13 по 17 соревнование юных гимнасток России. 30 ноября по 2 декабря чемпионат Москвы по групповым упражнениям. С 18 по 23 декабря чемпионат России по групповым упражнениям.